Під час атаки бойовиків на блокпост сил антитерористичної операції у Слов'янську вчора ввечері загинули двоє українських правоохоронців, ще четверо поранені. Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Учора російський незалежний журналіст Аркадій Бабченко повідомляв, що терористи у Слов'янську здійснили спробу оточити блокпости українських військових. Ну і про деталі, сподіваюся, дізнаємося у власне самого керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука. Доброго ранку, Дмитре. Він вже є у нас на телефонному зв'язку, якщо я не помиляюсь. Доброго ранку. Ми, на жаль, не можемо зв'язатися ані з Міністерством оборони, ані з речником антитерористичної операції, щоб дізнатися якісь подробиці. Ось, і розкажіть нам, будь ласка, що там відбулося, і чи ці цифри не такими ж залишаються щодо постраждалих і щодо тих людей, які загибли? Доброе утро. Да, наши предварительные данные, к сожалению, подтверждаются, к сожалению, поскольку двое погибших, четверо раненых. Версия, которая озвучивается в штабе АТО, состоит в том, что террористы идут на прорыв, готовятся якобы какой-то прорыв, но мы, в общем-то, немного по-другому видим ситуацию. Мы наблюдали, как вчера шел обстрел блокпостов на протяжении всего дня из минометов террористами. И, в общем-то, мы уверены, что идет попытка просто привлечь большие силы антитеррористической операции именно к Славянску за счет этой активизации, для того, чтобы, соответственно, уменьшить количество тех сил, которые будут обеспечивать выборы. Но, насколько мы знаем, силовики сейчас очень большие ресурсы будут задействовать именно на Донбассе для обеспечения безопасности выборов, по крайней мере, в тех районах, где это возможно более-менее гарантировать. И, в общем-то, мы ожидаем, что сегодняшним днем, ну, сегодня, понятно, будет большая активность террористов, и на какие меры они пойдут, можно только предполагать. Мы слышали, как уже были проанонсированы теракты, запугивание это или нет, но на данный момент, по нашим данным, контрразведка очень активно работает. Будем надеяться, конечно, что это был просто вброс ради паники. Скажіть, будь ласка, вчора там були повідомлення, що кордон України з Росією перетнули вантажівки з озброєними людьми, там спроби вертольотів російських зайти на територію в повітряний простір України. Скажіть, будь ласка, чи є у вас інформація про те, що от саме сьогодні збільшилась кількість оцих бойовиків на Сході, ну, у зв'язку з виборами? Сама кількісно їхнє перебування на Сході? Ну, во-первых, это далеко не первый случай, когда идет переброс через границу и оружие, и, так сказать, личного состава террористических групп, это наемники. И задача полностью понятна, это дестабилизация ситуации. Случай с вертолетами, это тоже чистой воды провокация. Увеличение, ну, заметное увеличение по сравнению с тем количеством, которое уже на сегодняшний день было, ну, на вчерашний день мы, по крайней мере, не зафиксировали, но, опять-таки, очень остро стоит вопрос обеспечения надежности охраны госграницы. Этот вопрос ставится постоянно, и тут, в общем-то, куча различных факторов. Они как субъективный характер носят, так и объективный. Субъективные факторы состоят в том, что, в общем-то, действительно есть случаи, скажем так, неподобающего поведения пограничников именно на местах. Понятно, госпогранслужба это яростно опровергает, но у нас такая информация есть. Однако есть еще большая проблема. Дело в том, что пограничники, даже когда выполняют свои задачи, так как это надлежит, все равно у них возникают проблемы противодействия. Ну, понимаете, когда идет пограничный наряд там, в 5 человек, он даже когда обнаруживает нарушение госграницы, когда речь идет там, о десятках боевиков, то, в общем-то, шансы абсолютно не равны. И проблема состоит, и мы ее поднимаем просто постоянно, в отсутствии взаимодействия между силовыми структурами, даже в зоне проведения антитеррористической операции. То есть неотложный механизм, когда пограничники могут экстренно вызвать какую-то помощь, когда нужна, допустим, авиация, то есть те средства, которые могут очень быстро прибыть на место событий, и вмешаться, прикрыть наших и выполнить боевую задачу. Дмитре, ще хотілося б почути, була інформація про те, що у селищі Андріївка поблизу Слов'янська від рук терористів власне, загинули італійські журналісти, його перекладач. Це учора було таке повідомлення, чи це так? По цьому конкретно случаю по журналістам, да, ми теж перевіряли фактично всю ніч.
В штабе этого такой информации нет. Мы можем гарантировать из наших источников на местах, что в месте обстрела блокпоста, которые вчера погибли наши два силовика, этих журналистов тоже не было. Их судьбу, ну, по крайней мере, на данный момент я вам не могу дать никакой-либо информации, мы как раз ее проверяем, и пока у нас нет каких-либо данных. Добре, дякую вам дуже.